В середине 70-х годов в Сидней прилетел молодой человек по имени Хуан. В этом городе он никого не знал, и ему было очень одиноко. Чтобы как-то поднять себе настроение, на плакате он написал «Free Hugs». Вскоре к нему подошла женщина, которой тоже была необходима поддержка. Правда ли это, мы не знаем, но 11 лет назад основателем всемирно известного движения «Бесплатные объятия» стал именно Хуан Ман. К движению радостно присоединялись студенты всего мира. Молодым людям нравилась возможность без повода обняться с окружающими. Архангельск не стал вырываться из объятий популярного направления. В этот праздник на улице Чумбарова-Лучинского областной дом молодежи организовал акцию «Free Hugs». Несмотря на холодную снежную погоду, волонтеры рассказали жителям о празднике и согрели недоумевающих северян в теплых объятиях. Мы с моей коллегой заметили такой замечательный праздник, как Международный день объятий. И решили поделиться таким замечательным событием со всеми архангелогородцами, чтобы в этот холодный зимний день все мы погрелись улыбками друг друга, объятиями и просто хорошим настроением. Объятия дарят не только радость, они по-настоящему полезны. По оценкам ученых, дружеские прикосновения поднимают иммунитет, улучшают самочувствие и настроение. А главное, 8 объятий в день могут сделать человека абсолютно счастливым. Вот и в Северном Архангельске замерзающие прохожие радостно откликались на призыв волонтеров. Праздники мы не знали, и флешмоб нам понравился. Про эмоции только положительные. Только положительные, да. Я специалист молодежного центра, я занимаюсь волонтерством. Обнимаемся со всеми, с такими веселыми разноцветными табличками. В общем, акция, мне кажется, прошла хорошо, было очень весело, всем понравилось. День объятий – повод стать немного ближе к окружающим. Но главное помнить – дарить душевное тепло можно не только в праздник. Валерия Пуминова, Руслан Семушин, «Панорама Севера».